показали огромные данные, как Big Data формирует огромное скопление информации и каким образом мы можем визуализировать процессы трансформации. И результатом стала 45-метровая лента, которая является аллюзией на ленту Мёбиуса. Это один объект, который бесшовно занимается бесконечной трансформацией. Чрезвычайно огромный объем нужно было наполнить элементами для того, чтобы они трансформировались внутри. Потребовалось несколько месяцев только для того, чтобы сделать симуляцию, создать движение этих элементов внутри этого экрана. Попросили компьютеры посчитать все эти элементы, а второй этап был уже с тем, что посчитано, перевести это в какие-то визуальные языки, которые может воспринимать зритель.